От 1,5 до 2 тысяч рублей могут получить пожилые северодвинцы. 1 сентября стартует прием документов на единовременную выплату пенсионерам. Для одиноких северодвинцев она составит 1,5 тысячи рублей, 2 тысячи для семей из пенсионеров. Претендовать на материальную поддержку могут женщины от 55 лет и мужчины старше 60. Доход на одного человека не должен превышать 16 230 рублей. Это полуторный размер прожиточного минимума в Архангельской области. Наша программа существует более 10 лет. Вот такой программы, как наша социальная программа социальной поддержки населения, нет нигде больше, кроме Северодвинска. Нам справка из Дома управления необходима, паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, кроме граждан старше 70 лет, и лицевой счет в банке, либо сберкнижка. Все. Документы принимаются до 1 октября на Ломоносова, 41А. На Яграх 14 сентября с 10 до 12 часов, на Дзержинского 16. По всем вопросам можно обратиться по телефону 56 63 55. Первые выплаты начнутся 1 октября. В прошлом году материальную поддержку получили 23 пожилых северодвинца.